Генеральный партнер программы «Баштел». Как выпадут кости? Удастся ли поймать золотую рыбку или загадать желание на листе клевера? Ты узнаешь завтра. А сегодня твоя фортуна уже улыбается тебе. Пакет «Фортуна» от «Баштел» — это две услуги за 0 рублей в месяц. Подробнее на «Баштел.ру». Акция действует до 31.12.2015 года. Реалити-проект «Звездочки экрана» — это уникальные телекурсы для талантливых и творческих малышей, а также их родителей, которые мечтают вести своих чад на абсолютно новый уровень. Уровень высоты и таланта — стать настоящими звездами. Благодаря урокам вокала и хореографии, моды и красоты, кулинарии и фитнеса, а также опытным педагогам и психологам, малыши станут настоящими звездами экрана. На кастинг, объявленный телеканалом M-Television, пришли участники в возрасте от 4 до 12 лет для занятий у ведущих специалистов медиарынка. Победителя определят зрители в ходе интернет-голосования на сайте телеканала M-Television. Партнеры проекта: вокальная школа при театре студии «Айдар», языковой клуб «English Boom», профессиональная академия единоборств «Якудза», студия танцев «United Project Crew», ресторан «Big Chef», арт-уроки от члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО «Рушании», модельное агентство «Премьера», развивающий центр «Домашний логопед», психолог проекта Люция Камаева. На новых звездочек экрана, пришла посмотреть на новых ведущих, как обстоят дела на съемочной площадке. Все суетятся, много знакомых лиц. Желаю удачи, желаю побед, желаю продвижения новым звездочкам экрана. Отличного настроения! Ну а мы с вами познакомимся. Да-да-да! Звездочки экрана, и вот так нас много ведущих, потому что мы все разные, все необыкновенные, все просто чудесные. Итак, запоминайте по именам. Это самый спортивный Никита. Это я. И джентльмен Ян. Ого, вот это да! Вот такие джентльмены у нас. Ну а еще девчонки, просто высший класс. Всегда разная Анжелина. Это я. И светская Аделина. Я. А еще несравненная и всезнающая Алекс у нас. И тут неожиданно тоже Элка всезнайка пришла. Пока только просто радуется она, друзья. Все, дальше продолжаем. Они так вот прямо по-деловому стоят. Это Виолетта. В гости ходит по воскресеньям и прямо пробует все угощения. Не знаю, что сказать, любит наушники разных цветов. Всегда у него эта штука в руках. В общем, как это, диджей Лопатин. Даже есть у нас, и только у нас. Ну и я, Ирина Веточка. Буду хулиганить, скакать и играть. А все вместе мы звездочки! Экрана! И скучать мы не хотим. А если будет грустно, мы всех... развеселим! Смотрите звездочки экрана, друзья, и всем чудесного настроения! Эй! Пора знакомиться, друзья. Вот он, ведущий проекта «Звездочки экрана» Никита Тезиков. Ага. Всем привет, меня зовут Никита Тезиков. Я участник третьего сезона «Звездочки экрана». Проект меня многому научил. Теперь я умею готовить, петь, танцевать, рисовать и не стесняться видеокамеры. На проекте я пришел с мечтой стать ведущим. И вот теперь я ведущий. Смотрите канал M-Television и новый сезон проекта «Звездочки экрана». Не пропустите все самое интересное. Не пропустите все самое интересное. Я знаю, что ты участник третьего сезона. Зачем ты появился здесь? Я потому что захотел еще на этот проект прийти. Чем будешь заниматься?
Не знаю, чем. Может, ты будешь ведущим? А я и так уже ведущий. А что тогда микрофон у меня, а не у тебя? Не знаю. На кастинг ты готовился? Может, стих или танец какой-нибудь приготовил? Не знаю. Ты в школе стихи учишь? А я еще в школу не хожу. А куда ходишь? Никуда. Я в год только в садик хожу, а не тут. Я желаю тебе удачи. Всем привет! Фантастика, и я снова здесь на проекте «Звездочки экрана». Только уже не как участница, а как ведущая. Ну теперь давайте знакомиться. Меня зовут Ангелина. Я победительница прошлого сезона проекта «Звездочки экрана» 2015. Секрет или не секрет, только никому не говорите. Но чтобы победить, надо внимательно слушать на занятиях, красиво говорить, ходить и, конечно, быть веселой. Здравствуйте, меня зовут Аделина, и мне 9 лет. Я победительница зрительских симпатий. И на этом проекте я научилась хорошо петь, танцевать и готовить, не бояться камер и давать интервью. Я думаю, что в дальнейшем этот проект будет процветать, и на этот проект будет приходить много девочек и мальчиков. После признания года я решила, что участницей будет скучно, и я пришла на этот проект, чтобы уже в роли ведущей. Как ты думаешь, быть ведущей – это сложно? Это достаточно сложная профессия, но еще и интересная. Как ты готовилась быть ведущей? Ну, я стояла перед зеркалом, держала в руках микрофон и говорила разные скороговорки там. Через несколько минут будет кастинг. Что ты пожелаешь нашим будущим звездочкам? Я желаю дальнейшего успеха и чтобы вот каждый день, когда вы приходите на этот проект, был для вас замечательным. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Эльмира, это моя дочь Амалия, Амина. А как вы узнали про наш проект? Мы смотрели ваш проект в 2015 году. Нам очень сильно понравилась дочка, да, Амалия? И мы решили в этом году попробовать сами. Я очень рада за вас. Для чего вы пришли на наш проект? Хотелось бы, конечно, попеть, да, нам потанцевать, пообщаться с детками, быть в обществе, да? В телевизоре Амалия очень сильно мечтает быть. Здравствуйте, я Каримова Юлия Алексеевна, руководитель вокальной школы при театре-студии Айдара Галимова. Являюсь педагогом по эстрадному вокалу и сценическому мастерству. В новом сезоне реалити-проекта «Звездочки экрана» мы снова попробуем с ребятами изучить такую интересную дисциплину, как эстрадный вокал и сценическое мастерство. Самый хороший возраст для начала подобных занятий – это дети от 5 лет и старше, поскольку в этом возрасте они очень любознательны, и им интересно открывать для себя что-то очень новое, творческое, интересное. Мы будем обучаться техникам вокала, мы будем изучать основы артистической личности, и все будем рассматривать все дисциплины, которые связаны с моим предметом. Откуда вы узнали о нашем проекте? О вашем проекте мы узнали от наших очень хороших друзей, которые участвовали в этом проекте. И, если честно, эту мысль участвовать в вашем проекте я вынашиваю уже очень давно, около года. И очень мечтала, чтобы моя дочь, когда ей исполнится 5 лет, обязательно приняла участие в вашем проекте. Скажите, а зачем вы вообще пришли на наш проект? Наверное, как и все мамы, я хочу, чтобы мой ребенок был развитый, умел подать себя, преподнести себя в обществе, занимался разными направлениями, так как она очень любит петь, танцевать, английский язык.
ну и, в общем, узнать много всего интересного. Hi, my name is Diana. Привет, меня зовут Диана. I'm an English teacher. Я преподаватель английского языка. Я буду обучать наших звездочек английскому языку. Во время проекта звездочки будут пополнять словарный запас и изучать базовую грамматику английского языка. Откуда вы вообще узнали о нашем проекте? У нас есть девочка-знакомая, которая была участницей первого сезона. Поэтому по ее рекомендации мы решили, что нам тоже было бы неплохо. А зачем вы вообще пришли на наш проект? Наша девочка занималась многими видами, там, танцами, актерским мастерством. Мне бы хотелось, чтобы она это попробовала как-то в другой немного обстановке, чтобы было больше людей, больше зрителей. Какое-то раскрепощение, возможно, получила бы. Ну, раз так, я желаю вам удачи. Как вас зовут? Я зовут Мария. Откуда вы узнали о этом проекте «Звёздочки экрана»? Я узнала в соцсетях ВКонтакте у Евгении Машко. Я видела прошлые проекты на M-Television. Меня вдохновило то, что детки развиваются. Очень много проходят различных танцев. Очень много, то есть очень большая насыщенная программа. Мне это очень понравилось, и мне вот дочка тоже захотела. Не прошло и месяца, как мы вернулись снова на наш любимый телепроект «Звездочки экрана». Моя дочь мне сказала о том, что она очень скучает и заявила о том, что так как она получила титул «Мисс Популярность», то хочет быть еще популярнее и жить не может без своих любимых телезрителей. Поэтому мы вернулись сюда вновь и хотим стать еще популярнее, чтобы завоевать еще больше зрителей, поклонников и радовать вас, наши милые и любимые телезрители. Итак, друзья, знакомимся, участники телепроекта «Звездочки экрана». И как фамилия у нас у такой красоты-то? Иванова София. Итак, Иванова София, а сколько лет? 6. 6 лет, вот это да! И что мы уже умеем в 6 лет-то? Петь умеем? Умеем. Рисовать умеем? Умеем. Лепить умеем? Умеем. Танцевать? Да. А что еще умеем? Еще мы умеем готовить, плавать. Готовить и плавать. А вы знаете, София, вы знаете, что такое звездочки экрана? Ну-ка расскажите, звездочки экрана это... Это где может ребенок развиваться. Ага. Так, а скажите, пожалуйста, а мы с вами где-то встречались до этого? Да. Где? На звездочках экрана. Вот так, друзья. Это уже у нас был участник проекта «Звездочки экрана». И теперь снова, вновь и вновь мы будем вместе учиться и развиваться, да? Да. Так, а что мы, какая мечта у нас есть? Я хочу выиграть до конца этот проект. И я выиграю «Звездочки экрана», я не популярность, и я не могу ни минутки прожить без своих зрителей. Вот так, друзья, зрители, встречайте головой. Прямо хотел сказать, уже голосуйте, переживайте, да? Но это все будет впереди, а сейчас все только начинается. Партнеры проекта – вокальная школа при театре-студии «Айдар», языковой клуб «English Boom», профессиональная академия единоборств «Якудза», студия танцев «United Project Crew», ресторан «Big Chef», арт-уроки от члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО «Рушании», модельное агентство «Премьера», развивающий центр «Домашний логопед», психолог проекта Люция Камаева.